Мы сегодня будем готовить крем-суп из тыквы. Для этого нам нужно тыква, сельдерей, розмарин, чеснок, семечки тыквенные и сливки. Поехали! Нарезаем сельдерей. Тут примерно две ветки сельдерея, три. Три ветки сельдерея. Мелко нарежем. Тыква, она рекомендуется при диетическом питании. У нее очень много бета-каротина. Да, и очень много А витамина, Б комплекс, С. А витамин при в организме бета-каротин превращается в А витамин. У него даже больше на 3-4-5 раз больше каротина, чем у морковки. Да, согласен. Тут и на 100 грамм продукта есть 1 грамм белка. Uh-huh. Это больше, чем у яйца, пропеллиного яйца. Тыкву почистили от семечек, от кожи. Сельдерей нарезали тоже кусочками. Изначально будем добавлять в теплое масло розмарин и чеснок, чтобы ему дал аромат. После мы его достаем. Давайте начинаем готовить наш любимый крем-суп из тыквы. В кастрюлю добавляем масло. Мы пользуемся оливковое масло, можно и обычное. Примерно немного масла, чтобы покрыло дно. Ждем, пока масло нагреется. Добавляем чеснок и розмарин. Ароматизуем еще оливковое масло. Жарим примерно 3-4 минуты. Мы достаем наш розмарин, чесночок, масло ароматизировалось. В это масло добавляем нашу тыкву. Тут примерно около килограмма тыквы. Сельдерей, который мы уже нарезали, добавляем туда. Слегка обжариваем, чтобы тыква облакла, масло облакло тыкву. Тыкву с сельдереем обжариваем примерно 5-7 минут. Непосредственно мешаем, чтобы не загорело. Изначально обжарили тыкву с сельдереем, посолили. Промешали и добавляем воду. На эту количину на килограмм тыквы примерно 500-600 грамм воды. Вот, вода накрыла тыкву и все. Оставляем примерно 15-17 минут, чтобы она варилась на среднем огне. Наша тыква уже готова. Снимаем ее с огня. Она еще пустила свою воду. Ой, какие ароматы. Тыквы, чеснока, розмарина. Берем блендер и все пробиваем. Тыкву изблендировали до однородной массы. Добавляем 20% сливки. Грамм 150-200. Блендером все промешали. И наш тыквенный крем-суп вернули обратно, чтобы проварился, чтобы закипел. Наш суп готов. Снимаем с плиты. Наш тыквенный крем-суп. Наливаем.
Ой, какой аромат. Добавляем упаренный чето бальзамико или ти бальзамический уксус, уксус из винограда. И, конечно, тыквенные семечки. Тыквенный крем-суп служим с жареный хлеб. Посыпаем петрушки. Приятного аппетита!